Привет! Вы на канале Принцесса Милана. И сегодня буду распаковывать посылки. И, кстати, я пиратка Черного моря. Хотите доказательства? Вот моя сабля. Или меч? Напишите в комментариях, как вы читаете. Я уже столько, очень много проплыла, что уже забыла, как это называется. Давно я не спорила с другими пиратами. Ну давайте уже откроем посылки. Интересно, что там? Откроем первую посылку. Что это такое? Что-то знакомое, такое ощущение, что мне это уже попадалось. Ой, куда? Это кольцо золотого цвета. Она убегает от меня почему-то. Эта сестричка приехала к братику. Братик мне попался, и вот сестричка приехала. Ну, все понятно с вами. Коты золотые. Такие здесь бусинки. Этот кот золотой, тут ушки. Какие ваши любимые животные? Мой, допустим, это енот или лиса. Открываем вам следующую посылку. Это что-то интересное. Что это может быть? Пишите в комментариях ваше мнение. И через 5, 4, 3, 2, 1 узнаем, что это такое. Кажется, я уже догадалась, что это. Это такие штуки, короче, одеваешь на волоса, и у тебя такие прятки будут. Это 5 зеленого цвета, это 5 фиолетово-розового цвета. И, конечно же, прядь моего папы любимого цвета розового и чуть-чуть желтого. Здесь зеленый салатовый и черный тут. А здесь розовый и фиолетовый. Вот такие крутые прядки. Я обязательно сниму и буду одевать их почти на каждое видео. Может и на каждое. Ну, подумаю. Очень прикольно. Мне нравятся по-пиратски. Открываем. К сожалению, последняя посылка. Но мы еще с вами увидимся. Смотрите мне, если вы не будете смотреть мои видео. И не забудьте поставьте лайки мне. И подписывайтесь на мои каналы. Каналы. Все узнаете тоже. Что это такое тут? Что-то непонятное. О, я знаю, что это такое. Неужели у меня это появилось? Неужели в самом деле? В самом деле это так. Строки стихотворения. Эта штука не попала. Значит, это надо тут кольцо закидывать. Баскетбол такой. Вот здесь мячик находится баскетбольный. Вот здесь кольцо. И надо вот на вот эту кнопочку нажать и попало. Не попал. Не попал. Эх. Чего я не попадаю? Надо на спорт ходить побольше и почаще. Ну хотя я часто хожу. На карате я хожу, на физру, на танцы. Надо еще чаще ходить. Еще на ритмику хожу. Что это такое за пират? Никак попасть не могу. Все, мне надо физрой почаще заниматься. Я не могу попасть. Вот это внизу. Так, лайки! И подписывайся на мой канал. Ты еще увидишь кучу интересных видео. А если не будешь смотреть твои видео, то я с тобой сражусь. И ты проиграешь, потому что я капитанка Черного моря. Всем пока!